Заброшенный дом в центре города. Реконструкция китайского торгового дома после скандального закрытия так и не началась. Напомню, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям здание признано аварийным. Почему быстрый ремонт может ускорить процесс распада, знает Денис Денисов. В конце августа двери китайского торгового дома закрылись. Здание признано аварийным. Фундамент, колонны и перекрытия небезопасны. Согласно заключению, компания Dadun Yuань как собственник должна была провести необходимые работы по укреплению. Однако владельцы здания приступать к ремонту не спешили. И в октябре с иском о признании бездействия незаконным городская прокуратура обратилась в суд центрального района. Дело прокуратура выиграла. В соответствии с решением суда от 28 ноября 2013 года требования прокуратуры удовлетворены. На красноярский филиал Dadun Yuань возложена обязанность выполнить необходимые исследовательские и ремонтно-восстановительные работы по укреплению конструкции здания торгового центра «Китайский торговый дом» в соответствии с требованиями законодательства. Торговые помещения пустыны, никаких работ не ведется. В самой компании нам пояснили, что здание действительно аварийное. Однако так называемая исполнительская документация, в которой должны указываться технические характеристики торгового дома, уничтожена по сроку давности. И когда нанятые проектировщики начали обследование, здание пришлось изучать практически с нуля. Представители компании охотно предоставили всю необходимую информацию касательно работ в здании и продемонстрировали внутренние помещения. Однако отдавать какие-либо комментарии и что-либо демонстрировать на камеру по своим причинам они отказались. Сейчас руководство просто не может начать работы, пока не будет готов проект по укреплению. Изучение технических характеристик, по их словам, вопреки обвинению, они не прекращали ни на день. И могу подтвердить, что внутри действительно скрыты многие стены и колонны, и каждый день специалисты находят все новые проблемы. Недавно прибавили сложности с грунтом. Сейчас в компании ждут завершения проекта, который еще должен пройти экспертизу. Приступить к укреплению планируют примерно через полгода. Параллельно с процессом по укреплению здания будет готовиться проект по его реконструкции. Однако, если учитывать время, необходимое на его написание, экспертизу и устранение последующих замечаний, ждать открытия китайского торгового дома в этом году уж точно не стоит. Денис Денисов, Сергей Раков, 7 канал, новости 24.